Агаву юный колокол сказал: «Вот, боль моя, как много раз завидовал твоим богатством я. Ты все, что сердцем чувствуешь, на тысячу ладов поведать можешь каждому, и каждый внять готов. Я, сострадая страждущим, измучен сотни мук, но сладостен и благостен единственный мой звук. Как резкостью пронзительной хочу я слух терзать, но где усладу горькую, где сил для крика взять?»